Первый канал «Русфон» продолжает совместную акцию помощи тяжелобольным детям. СМС со словом «Добро», отправленное на номер 5541, может спасти чью-то жизнь. Стоимость каждого сообщения 75 рублей, их может быть много. Совсем недавно мы рассказывали историю маленького Вани, которому, чтобы нормально слышать, нужна была дорогостоящая операция. Средства были собраны за считанные минуты. Благодаря вам Ваня не потеряет эту ниточку, которая связывает его с миром, и будет слышать мамин голос. Перечисленных денег достаточно, чтобы помощь получили еще 43 ребенка. Раз, два, три. Кусаем шоколад! Получается! Теперь у него обязательно все получится. И пусть речь пока неразборчива, а расслышать все, что происходит вокруг, удается с трудом, вы, зрители Первого канала, подарили 5-летнему Ване и его маме главное – надежду на то, что совсем скоро мир для этого мальчика зазвучит по-новому. Я там, кажется, что-то вижу. Там же листик. Скрипит. Я, честно говоря, не думала, что... У нас в стране столько неравнодушных людей, что столько людей откликнутся, что даже дети писали и поддерживали нас. Моя вера в людей возродилась. О беде Вани мы рассказали совсем недавно. Когда малыш родился, у него не было левого ушка. Правое из-за слишком маленькой барабанной перепонки почти не слышит. С пеленок голову сжимает бандаж, на котором крепятся два проводничка. Вибрируя, они передают звук через кости черепа сразу к слуховому нерву. До сих пор это была единственная возможность развиваться и не потерять контакт с окружающими. Папа, тихо.